такая игра осталась мне 400 миллисекунд или 0,48 секунд до окончания игры, я победил. Там в конце, а ему 0 секунд в конце. Там можно будущий шаг нажать, и я нажимал там любые шаги. И ему, ну, в общем, он тоже спешил, и, в общем, я победил, потому что меня, я мат ему мог сделать. Когда мат сделать, он не может в любом направлении идти, ему нужно тогда подумать. А мне не нужно было думать, мне просто нужно было любой шаг делать. Хоть у него было время 50 секунд, у меня там 17 секунд, но все равно я победил. Большее время я выигрывал только в одном месте, вот тут мог выиграть, если бы сбил мою башню. Хоть вроде бы силы равные, но почему-то у меня сильный перевес показывает. У меня одной спешкой больше просто. У меня был большой перевес. Мне надо было его сбить. Я почему-то тут отошел. Не заметил. А вот тут он подошел. А мне говорят, что нужно было спешить. Вот. А и сильный перевес утратился когда. Когда я тут подошел. Я думал, он меня вот так собьет, я королеву сбил.
он мог избежать от этой проблемы. Королевой отступил. И он тут даже конем не сбил, он мог конем сбить мою башню. Может, рассчитывал на время, что у меня мало времени. Так я мог еще обыграть его, но были вот такие шаги. Уже время очень торопило, поэтому вот я так ходил, лишь бы время затянуть. Ему просто шахи устраивать, а бы где ходил, все равно где нигде попаду, может и шах ему будет. Тогда ему нужно подумать, куда идти. Он не может запланировать на ту клетку, где он уже запланировал идти. Нажал заранее, чтобы он шел, и тогда время он не будет идти. У меня-то так и было, я там заранее нажимаю, у меня время не идет. А у него, когда под шахом, он должен куда-то пойти, если под шахом и не может пойти туда, где запланировал. И тогда нужно подумать, тогда у него время идет, и поэтому он проиграл. Ну, чуть-чуть осталось, и мог бы он выиграть.